Ну-кась, будем варить суп. Суп. Суп, суп. Будем варить суп. Бежала, бежала курица. Вот такая. Прыг в кастрюлю. А в кастрюле кипяток. И стала курица вариться. Варится, варится. Подходит мама и говорит. Смотри, Дима, в кастрюле курица. Кастрюле курица. Отдай-ка мама сварит суп. Берет мама картошку и чистит. Как чистит картошка? Чистим, чистим, чистим картошку. А потом мама взяла морковку и стала на терочке ее тереть. Трем, 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 трем на терке. Молодцы. Бросай в суп. А теперь макарончики. Ну-ка, взяли макарончики. И посыпали, посыпали в наш супчик. А это у нас тут вишенка. Так, молодцы. А мама забыла, что положить. Соль. Посоли, 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 посоли. Посолили. Посмотри, какой суп получили. Да. Да, будет Дима кушать? А он горячий, на него нужно подуть. Да. Ну-ка, подуй на супчик. Вот, разве ребенок откажется теперь кушать? Он же сам суп сварил. Это маленькая ложка. Давай мы возьмем большую. Так, сейчас братик тебе большую даст. Ну, удобно маленькой есть? Неудобно. Ну, он пусть сам возьмет. Зачем ты ему в тарелку? Бери, пожалуйста. Ну, кушайте, мои деточки. Супчик сварился. Суп. Да, сварил их. Спасибо, курица прыгнула к нам в кастрюлю. Ага. И теперь суп сварился. Ну, давайте, ешьте, мои детки.